Единый виртуальный портал с информацией о дополнительном образовании заработает в Новосибирске. На нем родители смогут узнать о всех кружках и секциях в городе и записать в них ребенка, оплатить занятия, увидеть изменения в расписании. Навигатор дополнительного образования детей – это единый федеральный портал. После того, как данные загрузят на сайт, родители получат сертификат на дополнительное образование на каждого ребенка в возрасте с 5 до 17 лет. Сертификат – это бюджетные деньги, которые можно потратить на внешкольные занятия. В результате больше детей смогут ходить на платные тренировки или уроки. Можно будет выбрать любую секцию. Таким образом, деньги получат только те кружки, которые будут действительно интересны школьникам. Бумажного формата сертификата не предусмотрено. Фактически он представляет собой электронную запись в информационной базе. В системе будет отражаться состояние счета и история списания денежных средств. Выдавать сертификаты начнут в сентябре этого года. На сегодняшний день завершается вся подготовительная работа к внедрению в городе сертификата финансирования. Задача увеличения охвата детей дополнительным образованием, дополнительными образовательными программами, прозрачного учета и достижения показателя 80% к 2024 году для отрасли образования – одна из приоритетных, и работа в данном направлении будет продолжаться. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.